Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама. Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Харе Кришна. Харе Кришна. Рад вас видеть. Спасибо. Спасибо большое. Я хочу сегодня прочитать стих из одной главы Бхагаватам. Норю посвятите Вена Эйля, Посмовенеш Бхагаватам. Которая мне очень нравится. Кремановый Патинка. Глава называется «Песнь Пингалы». Скирюс Вадинесе Пингалу Зайна. Она из 11 песни Шримад Бхагаватам. И Швенолик из Гесмес Бхагаватам. Пингала очень необычная была. Необычный, как сказать, участник этой истории. Пингала, ты лобы не просто сдалили сейчас историю. Это была проститутка. Ты была Ленгва Эльгесо. Которая потом стала преданной. Куривелю тапо отседавусе. Интересная история, она напоминает немножко всех нас, потому что мы тоже предали Кришну изначально. Лобы думи история, когда не примена нам успочусь, мы сэрги кашкады ждем Кришну. Перешли к материальной энергии, ожидая, что она нам даст какую-то подачку. Mes perėjom prie materialios energijos, tikėdamasi, kad duos mums kažkokią tai. Ir mes tapsim laimingi. Ir mes tapsim laimingi. Ir vat Pingala тоже красиво нанесла макияж, красиво оделась. Ir vat Pingala labai gražiai apsirengė, pasidėjo makijažą, pasipuošė. Вышла на улицу. Išėjo į lauką. Stala рядом со своим домом. Atsistojo šalia savo namų. И зазывно начала звать. Гражей пройдет чульбек и квести. Был такой фильм «Бриллиантовая рука». Так все фильмы с Ротолибинес. Бриллиантовая рука. Ты про бриллиант. Люди старшего поколения, может, даже молодые, потому что фильм гениальный вообще. Верес не жмоня жена этого фильма. Видели его, да? Да. Где там «Облика морали» руссо-туристов. И вот такая же там Пингала стояла. Там фильм «Пока по Пингалу стовею, квети вирус по стове». Доверчивый. Этот, ну как их зовут, да? Доверчивый Никулин поддался. Там был актер, что с Никулиным, что с Ипосидовым у нас было бы, так потеклось. И бы тоже немножко как Пингалы себя иногда ведел. Нас как-то с Пингалы, с Пингалы. Нас Майя заманивает, и мы бежим. Мус Майя к вечеру, мы бегаем. И вот Пингала потратила огромное количество времени и усилий, чтобы выглядеть красиво. Она думала, сегодня все будет успешно и хорошо. И что Пингала очень много времени там скиря, посипоща мастер. Сегодня будет все очень хорошо. Но ни одного клиента не было весь вечер. Но не было ни одного клиента весь вечер.
конце концов она подумала, может мне лучше Богу предаться. Ну, я коротко эту историю описываю, там более подробно все. А что трумпа история пасывает, она же космулькива рассказывает. Она поняла, что от этих мужчин нет никакого смысла. Вот от Кришны, да. И суправда, в этот момент, как одно виру не ранудос, но Кришна стоит и рануда. Вот в Петербурге я читаю целый семинар по этой главе, и сегодня я один из стихов прочитаю. В Петербурге я скрытал весь семинар по решите скиру, да чем дена, чтобы именно дали. Я не помню номер главы, к сожалению. Не помню, где я. Поищите песню Пингалы. Галит поешкорти Пингалы здесь нет. Сегодня мы прочитаем шестой текст этой главы. Сейчас что текст еще скрытись имеешь, что скирать. Самридха Камохинова Нараяна Паромуниги Но царпетана Шушьета Саридбхир Ива Сагараха. Перевод стиха. В сезон дождей переполняемые реки несутся в океан. Летос сезону опять летос пупес няша вандени и ванденина. А во время засушливого лета мелеют. О, персоусра е шсенка. Однако океан никогда не выходит из берегов и не пересыхает. Тачоу ванденинас никогда не ищейны шсову кранту и никогда не изджуста. Так же и мудрец. Ты патер ишминчес. Принявший верховную личность Бога целью своей жизни. Курис приима общался вешпати саву гевяниму тиксло, пип саву гевяниму тиксло. Иногда по воле провидения обретает богатство. Картыс полилемти гауна трутус. А иногда становится нищим. О картыс буна тампа убагу. Тем не менее, такой преданный не слишком радуется, процветая. Точил токс отседавес, не пердок, не сиджига, когда ям, как лясти. И не унывает в бедности. И не люди, когда буна не туртингас. Очень красивый стих. Да? Его можно выучить наизусть и вспоминать. Пришли деньги, вспомни этот стих. Игальма присеминьте, висада картоте, а те пенигай присеминьте апосну. Ушли деньги, вспомни этот стих. Еще пенигай присеминьте апосну. На все случаи жизни. Лисы из гивянима. Мы точно знаем, если деньги пришли, они уйдут однажды. Мясти крыжином, и пенигай картоте, эти крыжи еще есть. А если они ушли, они однажды придут. Я говорю, еще это, эти крыжи отрез. Нет смысла, ну, сознание из-за этого не должно как-то двигаться, меняться. Дел таких моментов не турет в мусу самыми кашки, бьюдеть и кейстись. Комментарий Шрилы Прабхупады. Прабхупада с комментарием. Искренне преданный Господа всегда горит желанием встретиться с Ним. Искренне преданный. Искренне, я. Искренний жодис, как и искренний. Иштикимас, отседавис. Ноширдус. Искренне преданный Господа всегда горит желанием встретиться с Ним. Но Ширдус оседавис висада тури нора сусетикти с Ём. И предложить Ему свое трансцендентное служение. И посюлите Ям сава трансцендентное тарнисте. Он хочет всегда оставаться пылинкой у лотосных стоп Господа. И сисада нори паликти дулькеаля при лотосине пяду вешпачу. Поскольку Господь Кришна или Нараяна – источник всего наслаждения. Каденги вешпас Кришна арба Нараяна весу малануму шальтинес. Он радуется, когда находится в чистом сознании Кришны. Из джунгиси, когда ира тирой самуни Кришнас. И печалится, когда Кришны нет в его уме. Ир люди, когда нера Кришнас йо проте. Вот чему радуется и печалится преданный. Штей ко джунгиси, ир ко люди, дел ко люди отседались. То есть, если деньги ушли, а в сознании появился Кришна, преданный радуется. Кива, не гречей, а Кришна лико, если джугиси. Он бедный, а радуется. Ну, свой рот не туртингас, бе джугиси. На него все смотрят, какой сумасшедший. Если джули, сколько свои шпротея могу. А если деньги пришли, а Кришна ушел, он печалится. Я ему пенигаю тебе, бе, Кришна еще, если люди. Поэтому обычные люди никогда не смогут понять преданного. То дело простежманец никогда, это да, вы сегодня вопрос. Преданный может понять обычного человека, он был им однажды. Отсюда все супрантом обслужмались, если раньше было когда, теперь попрости жмались. А обычные люди не смогут понять никогда. Попрости жмались. Чему он радуется, чему печалится, непонятно. Кое из джугиса, кое из люди, знаешь. Когда он занимается своими делами в материальном мире, когда есть усима материальная векла сава, усима сава векла материальном пасавле. Обычные люди, материалисты, не беспокоят его.
paprasti žmonės, materialistai, nejaudina jo, arba kaip netrukdo jam. Хотя иногда не оскорбляют его. Nors kartais jį įžeidinėja. Обвиняя в пренебрежении мирскими удовольствиями. Kaltina, kad jisai vengia ir ignoruoja malonumus materialius. Также и океан не могут побеспокоить бесчисленные реки, которые в него впадают. Lygiai taip pat ir vandenyną не трудно вандянину и весь осупец, который осветит ее. Иногда к чистому преданному обращаются похотливые женщины. Карты с тира вайшнава, и тира цдавыси, криты с вейрос гидулингос мотерис. Ты. Иногда философы-теоретики выдвигают аргументы против личности Бога. Карты с теоретикой философы и вейрос аргументус аукшавсям вешпачу и саво и шсаво. Но при всем при этом, общаясь с такими людьми, bet to pačiu, bendraujant su visais tokiais žmonėmis, преданный отрешен и невозмутим в своем исполненном блаженство сознании Кришны. Отседавясь всегда буна, жодис отрешен. Как жену отрешен? Тесингес, давясь буна отсижадеяс, и там очень красиво сказали, я боюсь, не скажу. Когда отрешен и невозмутим в своем исполненном блаженство сознании Кришны. Так, Альма, ты пишешь медитоти. Удачи вам. Это очень красивая фраза, да. Обязательно посмотрите комментарии на литовском. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшуру намиритам йена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобхиштам стапитам йена бхутале свайам рупа кадамахьям дадати свападантикам ванча калупатарубьяшча крипа синдхубьяевача патитанам паванебьо вайшнавебьо намо намаха джая си кришна чайтанья прабху нитьянанда се адвайта гададхара сивасади гаур бхакта вринда харе кришна 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 харе 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 рама харе рама 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 харе харе. Из-за влияния материальной энергии ложного эго. Обычный человек не видит в этом мире ничего, кроме своих желаний. И просто жмогус некую апарт саво нору не мато, что писали. То есть он видит все через призму просто того, что я хочу. И с мато перта призме вопрощался, перты кош нор. Ну, есть вещи, которые я хочу, есть вещи, которые я не хочу. Все основано на желании. И рады далеки, которые я норю, и рады далеки, которые я не норю. Виска с ирапарем там мусу норис. Поскольку я считаю себя центром. Когда я считаю себя как центром. Я считаю себя, ну, как бы мерилом, да. Я считаю себя квалифицированным, чтобы называть, что плохо и что хорошо, что правильно, что неправильно. Aš tokiu būdu jaučiu, kad aš esu tas, kuris gali viską išmatuoti, kas yra teisinga, kas neteisinga, kas gerai, kas blogai. Как тот самый Прокруст, да? Прокруст. Был такой герой греческой мифологии, Прокруст. Toks yra graikiškos mitologijos herojus, Прокрустas. Он был очень низкого роста. Jis buvo labai neaukšto ūgio. Маленький, толстый, говорят. Mažas ir pilnas. В общем, противный человек. Немалонный, шлихтус. У него было, и когда он жил на дороге, и мимо проходили путники, заходили к нему. Если гивяно шаля келю, если келюнинка, уже едва паси. Он всех привечал. Все весу сквездовал. Кормил. Майтиндовал. И укладывал спать. И ргуди двумя год. Свою маленькую толстую кровать. И самому мазо сторону.
Я очень редко находился человек такой же маленький, толстый, как он. Я для тебя так уж не буду, как я сам ожил, стару. Обычно что-то торчало из кровати. Не простые, я не уж так голове, то скажу, что скишал. Как только Прокруст видел, что что-то торчит из кровати, он тоже подскакивал и отрезал эту часть тела. Я только смотрел, как что-то уже шло в Аскрашту, и Рейш Линдейс, и прошел до ворот, ну, пьял до ворота далее. С тех пор есть такое понятие Прокрустова ложе. То дело, я добро так спасисаки, мы с Прокрусто гултас, ар как я сакичу, да, ложа. Кровать. Кровать, лова. Прокрустова кровать. Угу. Так говорят обычно человеку, который все меряет по себе. А, так сакал о пежмо, который виска припрятан смотреть по ней себе. То есть, если вы выросли на том, чтобы ели все время картошку. Если вы сужагут, вы вальгили на бульвес всегда. Поедете куда-нибудь, где люди не знают о картофеле вообще. Есть такие места? Кожнорс, ну виксит, кожмоня, если не жили на пебульве, все равно такую диету. Поедете в Китай. Пожалуй, в Кине. Они не поймут нашу картофельную диету вообще. Я на супрос мусу бульву диету. Что едят китайцы? Кайвалду. Рис. Лапша. Лапша. Ну, а ты рис, лапша. Спагетчус, ну, высокий, с макаронс. Будете рассказывать им, какой вкусный картофель они будут. Плюс им пасыку, если это бульву скомнит. Недоумение. Не супрос, это как обман. Это Прокруст. Чем относится Прокруст? Мне человек меряет все по себе. Есть одна очень интересная история в Упанишадах. Я немного рассказывал не в Вильнюсе, я еще раз расскажу, потому что она хорошо иллюстрирует момент. Что почему опять этой пасыку в Вильнюсе, и лобой герой на пасыку, я считаю, момента. Кто-то, может быть, смотрел даже вильнюсские лекции, да? Кашка сгал отматит Вильнюс лекция. В Упанишадах описывается, как появился Господь Шива. У Упанишадах есть пасука, на которой посерадовал Господь Шива. Мы знаем, он вышел из мездбровья Брамы. Я чину, мы сещаем, и тарп... Когда Брама разменялась. Тарпантек, я все хорошо, я же помешал то же. Ну, что когда, так матер, мам, примен, еще раз. Когда Брама разгневался, у него из межбровья вышел Господь Шива. Когда Брама был с Питерс был, а если еще я посетил. Поэтому назвали Рудра. Поделали по воде, но Рудра, это и речка. И Питерс. Но, тем не менее, это было новое существо во Вселенной, никто не знал, что это, кто это. Bet niekas nežino, kas tai per gyvą būtybę visatoje atsirado. Sam Brahma udivilsi, štai tokui. Pas Brahma netustiavo, kas šiandien. To jis Brahma įspoldžiuojasi gospodam, kak vtaričnį tvarėts. Tai yra Brahma, viešpas naudoja Brahma kaip antrinį kurėją. To jis, on sam inada udivliajasi, štai tokui praisodit. Tai Brahma pats kartais nustemba, kas šiandien atsitinko, kas šiandien. To jis, vrodi, tai jas osdal, nu, kak by, ne planiravau. Ты из меня еще, я бы тоже не планировал. Потому что Брама – это орудие в руках Кришны. Нас Брама – это просто киранки из Кришны в руках. И вот когда Рудра появился, никто не знал, что это, как его назвать, как его определить. И когда Рудра отсирадо, никто не знал, как ее поводить, как супрасти, как это все. И сам Рудра, сам Шива обратился к Нараяне. И пас Шива крепился Нараяну. Он сказал, ты источник всего Нараяна, ты причина всех причин, а значит, ты моя причина. Ты эси шальтинис виско Нараяна, ты эси весу прежащу прежащтис, ваднеси ты ирмано отсирадимо прежащтис. Поэтому только ты можешь дать мне имя. То дело тик ту галь дуати ман варда. Только ты можешь назвать меня. Тик ты ту галь поводеньте ман. Потому что имя будет определять мою сущность. Нес варнес нуляйш, ну нулямс ману эсибе. Поскольку сейчас мы утратили, да, вот это вот контакт с абсолютной истиной, мы даем просто имена так вот, которые нам нравятся. Нес мяс добарасим афрага, та вадина мариши, ир мяс додам токас вардус, как мумс патинка. Поэтому иногда мы даже не знаем, что имя у нас означает. То дело кратис, мы не знаем, как мы суварда срешли. Вот ко мне люди приходят на консультацию, я спрашиваю, а что имя это означает? Не знаю. Пас меня ж манес, ты на консультации, а еще клаусу, как суварда срешли? Сапу, не знаю. Как так можно жить вообще? Кип сако, тип галима, гивенти шлес. Я знаю, что значит мое имя. Аж паши, знаю, как мое варда срешли. Веданта Крит. Веданта Крит. Составитель Веданты. О, Ведантос сударитое все. А я слуга его. Ощ, я сутернос. Все понятно, то есть мне дали имя и сразу меня определили. Виска саешку, мада вардир. Кто ты, зачем ты, почему ты? Камыш. Служить? Тарнавты. Все, называется Дасанама. Дасанама, поэтому Дасанама это один из важнейших элементов инициации. Дасанама, ты один из важнейших инициаций элементов. Гуру, представитель Кришны, определяет твою природу. Гуру, Кришна, отставас,
jums paskiria tą. Не то, что я составитель веданты. Не аж осваиваешь ведантос. Я не должен думать, я такой умный, видите, гуру наконец-то понял это. А ты приколоти, когда шок сплотингас, погалю гуру супрата ты. Я еще вам напишу веданту тут. А еще вам даже порочи, если то веданту. Нет, там дас стоит. Нет, там стоит дас. Мое имя дас. Мано вардас это дас. Мое настоящее имя дас. Но дас это вардас дас. Если вам дадут инициацию, ваше имя будет самое последнее слово. Дас. Jeigu, reiškia, gausite inicijaciją, tai jūsų pagrindinis vardas bus tas paskutinis žodis – das. До этого будет имя Кришны. Visą kitą prieš tai bus vardas Krišnas. Ну или Гопи Радхарани, если вы матаджи. Арпа Гопи Радхарани, если ты матаджи. То же самое у Саньяси. Тас пас у Саньяси. Саньяси зовут с вами. Саньяси варду yra с вами. До этого это не имя. Prieš tai viskas tai ne vardas. Этого человека. То жмогаус. До этого это титул какой-нибудь или еще что-то. То, что имеет отношение к Кришне. Viskas, kas turi reikšmę su Krišna, kas susiję. А у тебя зовут с вами или Госвами? Jūs vardu с вами arba Госвами. У нас есть разные имена для саньяси в Гаудия вайшнавской традиции. Обычно с вами и Госвами. Mes turime įvairių vardų, bet įprastai būna с вами arba Госвами. Но еще может быть Нарисимха. O dar gali būti Нарисимха. Сюда, наверное, не приезжает Бхактивидана Винаша Нарисимха Махарадж. Klausia, ar čia он больше в Китае. Turbūt mes nežinom, turbūt pas mus nebuvo atvykęs. Вот он не с вами, он Нарисимха. Если не с вами, пасі Нарисимха. Его вместо с вами Нарисимха. Вето с вами, равно Нарисимха. Или Бхарати, может быть. А, гали бути Бхарати, типа. Ну вот разные имена у Саньяси, но перед этим не имя Саньяси. Ишки, я тури įvairius vardus, bet visa tas, kur prieš, tai yra ne jo vardas. Он с вами. Jis yra с вами. Все просто. До этого Кришна. Viskas paprasta, tai štai Krišna. Все это, чтобы таким образом Шива тоже попросил Нараяну, определи меня. И только буду Шива попроще, прошу, įvardink меня. Дай мне имя, которое будет мне напоминать, кто я, которое раскроет мне мое предназначение. Док мам варда, курис мам весь лайка примерс, кас аш асу, кас мано паскирти апрякш. И Господь сказал, ты Шива. И Господь спасатель, то есть Шива. Означает все благой. Речка, а как будет еще с латунишкой все благо? Приносящий благо всем. Всем гяро, отнешитесь всем гере, наудо, кип Шива. Ну, латувиненько, и сейчас мы пытаемся, как это, все благо, как переводится. Благо это yra kaip gėris, bet не vien tik gėris. Plačiau yra, plačiau. Gerbūvis. Panašu irgi būtų. Žodžiu, nėtų takovo čisto slovo в одном буквально. Но люди поняли, чтобы суманка, kad viskam atnešė. Ну, на английском all good, можно сказать. По-немецки, алескля, ну все понятно. Окей. И мы знаем, что Господь Шива приносит благо самым падшим живым существам. Ir mes žinome, kad viešpats Šyva atneša tą vadinamą gėrį visiem puolusiem gyvom būtybėm. Jumų poklonėjusi, ta, samai nišai liūdžiai. Todėl jam ir, reiškia, poklonėjusi. Lenkėsi. Lenkėsi patys po... Služia, poklonėjusi. Garbina, garbintis, ačiū. Tarnavo jam. И даже не люди, духи, призраки, то есть живые существа с очень тяжелой кармой. Не только люди, но и вирусы, бутибы, как вайдуокли и вирусы. Если они придут сюда, мы их даже можем не пустить. Если они сюда придут, мы можем их не лезть сюда. Кришна не настолько милостив. Кришна не нера токс, малонингас. Вот Шива их примет. А Шива их все воспринимает. Есть. Это история в Бхагаватам, когда Дити и ее муж... Кашьяпа, да, вступили в сексуальный союз в неурочное время. Это такая история, когда Дити и Кашьяпа турея лидину сантикрес не лист у нас. В сумерках. Это и было в акаре, в элэйке, и было сутемосе. И у них родились демоны. И пасиос отсирадо демоны. Хотя и Дити была из очень хорошей семьи. Но Дити была из очень хорошей семьи. Очень возвышенная. И Кашьяпа был великим мудрецом. Я была бы и шауфтинг, и Кашьяпа, и Дити. Тем не менее, как только этот союз произошел, Кашьяп сказал, родятся демоны. Тачу, когда они это отсетико, Кашьяпа посаки, гимн демоны. Они будут терроризировать всю вселенную. Я терроризовал весь висата. Почему? Потому что мы зачали их в неурочное время. Кодел, то, как мы стоят ликами нетинкому лайку. Очень интересно, люди в ведической культуре, я вам сейчас небольшую иллюстрацию дам, как мыслили люди ведической культуры.
Aš jums duosiu tokį pavyzdį, kaip mąstydavo, reiškia, vediniai kultūros žmonės. Когда дити, будущая мать этих демонов, да, Хираньякша, Хираньякашипу, услышала об этом, о том, что ее дети будут демонами, она опечалилась. Ну, это, даже нам это понятно, да? Когда дити išgirdo, kad jinai turės demoniškus vaikus, aišku, jinai nuliūdo. Tai suprantamas dalykas. А потом Кашьяп сказал, в конце концов их убьет Господь. Bet Кашьяпа pasakė, galų gale jos nužudys pas Viešpats. Они так всех достанут, что все обратятся к Господу, и Господь придет и кончит их жизнь. Я так visus, visiem tiek daug nemalonumų suteiks, kad pas Viešpats ateis ir jos tiesiog užbaigs. И дити очень обрадовалась. И ты labai apsidžiaugė. Как хорошо, что моих сыновей убьет Господь. Kaip gerai, kad mano vaikus nužudys pas Viešpats. Вот они в ад не пойдут. Они получат освобождение. Она знала философию. Vadinasi, jinai žino filosofiją ir suprato, kad jie neįsi pragarą, jie tiesiog gaus išsivadavimą. Мы бы могли опечалиться этому, да, что наших сыновей хоть кто-то убьет. Mes turbūt nuliūstumėm, jeigu sužinotume, kad mūsų vaikus sūnus kažkas nužudys. Но дети понимала, хорошо они в любом случае не закончат. Ji suprato, kad bet kokiu atveju gerai, tai gerai, tai nesibaigs. А тут сам Господь бьет, так это лучше некуда. Вот че пас веш пас веш. Идеальный вариант. Пас герасос. И дальше Кашьяпа описывает, что если дети начинают с неблагоприятное время, вот в сумерках, то Господь Шива посылает одного из спутников своих, вот, вот этих духи или призраки, одного из них посылает как ребенка этой пары. Reiškia, Kašia paaiškina, kad jeigu būna tokiu būdu vaikas praeidamas netinkamu laiku, pas Viešpat Šyva siunčia jiems vieną iš tokių vaiduoklių, reiškia, kuris ateina pas jos kaip vaikas. И так он оказывает благо этим духам, потому что иначе у них нет возможности родиться людьми. Ir tokiu būdu Viešpat Šyva būna labai maloningas tom polusiom, reiškia, gyvom būtybėm, kurie kitokiu būdu neturi jokio šanso gauti fizinio kūno. Они могли бы еще долго страдать в этом тонком теле призрака. Kitokiu būdu jie labai ilgai dar kentėtų šitom vaiduoklio kūne. Но по милости Шива он может получить такое рождение. Bet Krišto, dėl Viešpats Šyvos malonės jie gauna tokią galimybę gimti. То есть надо понять, что во Вселенной нет ничего плохого или хорошего. Tokiu būdu reikia suprasti, kad visatoje nieko nėra tokio arba logo. Для кого-то это плохо, для кого-то это очень хорошо. Kažkam tai blogai, o kažkam tai yra labai labai gerai. Для родителей может быть плохо, что у них будет не очень возвышенный ребенок, но для этой души это очень здорово. Я в конце концов могу родиться человеком. Galbūt tėvams ir tai nėra pats geriausias būdas, nutikimas, bet pačiam tam vaikui tai yra labai gera situacija, jis gali gauti kūną, gali gimti. И однажды я могу идти по Клайпеде, даже пьяный, а тут Харинам. Ir vieną kartą aš gal eisiu girtas per Клайпеде, o čia Харинам. Я пьяный, мне все равно, я и потанцую. Аж гирдас, ман тас пас, аж гал ир пошоксит. Потом год-два, и я уже читаю джапу. После мяты и китик еще джапа картою. Знаете, как это происходит? Когда у меня жена первый раз увидела преданных, это было, по-моему, в Красноярске, какой-то 91-й или 92-й год. Jis pasako istoriją, neiškia, kada jo žmona Krasnojarske 90-ais gal metais kažkada tai atsitiko, pamatė. Pristabti, nuo skolko tai buvo neįbūčina. Žiūrėsiu tokį, kaip tai buvo neįprasta tais laikais. Ir tašias mes kakto užė primrikalės šitą. Dabar tai mes jau kaip žinom, kad tai yra atsidavusi. Tada, jak ona skazal, jau vidėla etą. Jis sako, aš pamačiau tai. Я просто сел от смеха. Ir sako, что ну крито, отседал, но еще. Вот это идиоты. Вот ты че ты идиоты. Вот это. Я не могла смотреть на них без хохота. Вот это сумасшедшее. На голе уже это не съедано. Ну, сейчас она преданная. Добавляется, да, Васи. То есть, как бы вы ни соприкоснулись с Господом, любой шанс принесет вам благо. Kokiu būdu jūs nesusiliestumės su Viešpačiu, bet koks šansas jums atneš tik naudą. O takov Gospod Šyva, on очень милостив. Toks yra Viešpats Šyva, jis labai maloningas. То есть он дает шанс даже самым последним живым существам. Jis duoda šansą net patiem paskutiniam gyvom būtybėm. Но тем не менее, когда он появился, даже несмотря на то, что это Господь Шива, он очень разумен, это великий преданный, он спросил Кришну, скажи, кто я, определи меня. Tokiu būdu, kai pats Viešpats Šyva atsirado, jisai vis tiek klausė Krišnos, pasakyk, prašau, kas aš esu, kokia mano paskirtis. Но мы из-за влияния материальной энергии, из-за влияния майя, думаем, что мы должны все определять. Bet mes майос paveikti visgi mastome kitaip, mes turime viską nuspręsti patys, mes tik mastom. Что хорошо, что плохо, я решу сам. Kas gerai, kas blogai, aš pas nuspręsiu.
понятно, что мы не можем определять ничего, потому что мы находимся в двойственности. Aišku, kad mes negalime iš tikrųjų tiksliai nieko nuspręsti, nes mes esame toj dualybės būsenoj. Буквально Кришна говорит Бхагавад Гите Дванга Мохина Барата, в этом мире любое живое существо сбито с толку двойственностью. Ir Krishna sako, kiekvienas žmogus šitam pasaulyje yra, yra reiškia, ну, сбит с толку. Кришна. Одурачен. Я просто свежую, бандитома супрасти, не сгивейка тас. Одурачен. Потому что когда мы думаем, что хорошее и плохое, на самом деле мы думаем приятно, неприятно нам. Когда штикруем, когда мы смаслом об этой гере и благой, штикруем, мы головоем, ман бус малону, ар не бус малону. Только Кришна или его преданные могут по-настоящему понять, что хорошо и что плохо. Да только Кришна или его чудовище могут из тикро супрести, что это хорошо, а что это плохо. Пока мы на уровне материалиста, мы можем думать только о том, что приятно, что неприятно. И когда мы сами материальной самоне и там лигмени, мы только можем головать об этом, что малону и что не малону. И это может меняться даже на протяжении одной жизни. И ты можешь кистись не для одного жизни. Что хорошо, что плохо, это все плавает все время. Visą laiką tai yra tik planas, tai gerai, tai blogai. В России в 90-е думали, что Америка это хорошо. В Руси 90-ais metais galvoja, kad Amerika tai gerai. Сейчас уже 4-й год идет пропаганда, что в Америке все наши проблемы. Dabar yra пропаганда 4-ais metais šalies. Все из-за них. Проблема с дел Юти, ты дел Америки. Все вообще из-за них. Тик дел них. Абсолютно. Во всем виноваты американцы. Тик америкечи. А вот Трамп, он тем более. А Трамп поступочу. Вообще, вообще ужасный человек. Позбуйся. Плохой. Блогать. Вот и все. Вот это то, как мыслит обусловленное живое существо. Из приятно-неприятно он делает правильно-неправильно. Ты это повездис, как масто токсей с солиготой жмогой, сысей из минтез малону-немалону, сако, ты это герой, або благой. То есть все, что он видит, это свои желания и нежелания. Ты это кай с мато, ты тих сало норос, арба не норос. Хочу, не хочу, вот что, из чего все состоит. Нор не норос, виска слишком судета я сам. Соответственно, окружающий мир такой человек воспринимает через призму своей обусловленности. Vadinasi, viską, kaip suvokia šitą pasaulį, tai jisai suvokia tik per savo sąlygotumą. Считая себя центром вселенной. Ir skaito to pačiu save visatos centru. Это удивительно, обычный человек вообще не способен контролировать движение материальной энергии. Labai yra įdomu, bet kadangi paprastas materialistas aplamai negali absoliučiai valdyti materialią energiją. Ni в одиночку, ni вместе вот с большим количеством других людей. Nei būdamas vienas, nei būdamas susibūręs didelę grupę žmonių. Давайте сейчас вместе соберемся и скажем, нет, нам нужно плюс 15. Susirinkam kartu ir sakom, mes norim dabar plus 15. Мы приняли постановление. Mes pasirašėm peticiją, reiškia, kažką. Собрали подписи. Surinkom parašus. Все за. Visi už, nubalsuojam. Эту петицию даже никто не заметил. Ясно, нет, не подстыдно. Через полгода заметят. Ну да, через полгода. О, смотрите, удовлетворили. Сако, пусть мы сегодня постыдет, сако, кашкас. И по вас, или как вроде ощутите, сако, о, постыдет, петицию. И тем не менее, хотя мы ничего не можем контролировать в этом мире. И то почему, может, мы снега не контролируем, что там поставлю. Даже свое хождение в туалет мы не можем контролировать. Нас вот вайкшим и пасаку на мере нас не контролируют. Вот приспичило, и ты ничего не сможешь вот, этим сделать. А те моменты, если ты туреете, некому не могли подарить. Ты будешь бегать и искать подворотник. Ты бегешь и ешкосик уж кампе. Или туалет какой-нибудь. Ну ты будешь это бегать, бив будешь. Да ты гавси лакстить или ешкоти. Ты под контролем. Тебя контролюю. Чуть-чуть подождал, где-то не пропустил, и ты уже хочешь есть, у тебя уже все урчит. Желудки. Прожепсой, рюта в бурзге, скранди. То есть обычный человек не умеет контролировать, не может контролировать движение материальной энергии. Ты это попросту жмогус не гали, не мока. И такой те людей мама тряс энергию. И потому его очень сильно выводит из себя перемены вокруг него. То дел я лобо ярзина, если посекайте мои курья викста оплинки. Потому что это не я делаю. На стойне есть, да? Я не контролирую. А что не контролирую? То есть человек, рождаясь, всю жизнь проводит в
том, чтобы доказать судьбе, что я тут главный. Žmogus tik gimstėsi visą gyvenimą savo likimą bando įrodyti, kad aš čia esu svarbiausias, aš čia reguliuoju viską. Как дети иногда, да, я пойду без шапки в школу. Kai vaikas mažas, aš eisiu be kepurės. Родители же не просто так говорят тебе в шапке эти. Juk tėvai не šiaip savo tau. Не чтобы тебя контролировать. Не там, kad контролировать это. Чтобы через 20 лет у тебя мигрени не было. Как по 20 минут не ответ на голову, слушай, мигрени. Потому что родителей хватает немножко мозгов понять, ну, не мы контролируем ситуацию. Nes tėvai jau kažkokį turi supratimą, kad ne mes kontroliuojam situaciją. Тем не менее, нас очень сильно выводит из себя, что материальная энергия все время меняется. Не так, как мы хотим. Tačiau mus vis tiek labai tai erzina, kad viskas kinta aplinkui gamtoje, ne taip, kaip mes to norėtumėm. Это выводит из равновесия просто. Tai mus labai iš pusiausvyros išmuša. То есть иногда человек богатым становится. Kartais žmogus tampa turtingas. Иногда человек рядом с нами становится богатым. Kartai šalia mūsų žmogus tampa labai turtingas. Выводит это из равновесия, tai да? Tai labai erzina, ne? Правильно? Чем он лучше меня? Kodėl jis už mane geresnis? Он же негодяй. Juk jis niekšas. Явно наворовал. Ryškiai prisivogė. Преступник какой-то, явно. Kažkoks tai nusikaltėlis tikrai. В Германии в свое время проводили интересные исследования. Vokietijoje darė savo laiku tokį tyrimą. Такое психологическое. Психологинį. 80% опрошенных сказали, что они готовы получать... А, им предлагаю, я лучше расскажу условия. Попасок сюда талебишки. Им сказали, смотрите, предположим, что вы будете получать 1 000 000 евро в год. Reiškia, jiems pasakė, įsivaizduokit, jūs gausite apie 1 000 000 eurų per mėnesį. Nu, vaš sosėd būdė 2. Papalkai, per metus, aprašau, per metus. Nu, vaš sosėd būdė получat 2. Jo, bet jūsų kaimynas gaus 2 kartus daugiau. Ili vy būdėte получat 500 tūsėčių. Arba gausit 500 tūkstančių. Nu, vaš sosėd 250. Bet jūsų kaimynas 250. 80% vybralo 2 variantą. 80% pasirinko 2 variantą. Udivisinį. Я сейчас с тобой клинга. То есть кто-то богатеет или я богатею, это выводит меня из равновесия. Даже если я богатею, человек выходит из равновесия. Suprantat, net jeigu aš tampu turtingesnis, bet kažkas tai tampa taip pat dar turtingesnis, mane visgi tai išmuša iš pusiausvyros. Сколько возможностей у меня? Kiek daug galimybių? Деградировать. Деградировать. И когда мы беднеем, мы тоже выходим из равновесия, да? Ir aišku, kai mes tampame turtingesni, mes taip pat mūsų tai išmuša iš vėžių. Хотя и богатство, и потеря богатства, это просто волны времени. Nors ir turtai, kurie ateina, arba jų praradimas, tai tik tai laiko bangos. Absoliutno все проходят через это. Absoliučiai, есть пусто и густо. Absoliučiai visi pereina per šitas stadijas. Как обычно происходит? Человек накапливает хорошую карму. Kaip tai vyksta įprastai? Žmogus tiesiog kaupia gerą karmą. И получает эту хорошую карму в какой-то жизни, да, своей. Ir gauna jis tas karma gerą, kuriam tai etapė savo gyvenime. Как там говорит? Родился с серебряной ложкой во рту. Gimė, sako, su sidabriniu šaukštu burnoje. У Христа за пазухой. Arba pas Kristaus užantį. Есть такой вот. Yra toksai. И он думает, Ir jis galvoja. Супер. Я богатый. Супер, что пингас. И что он начинает делать? Совершать грехи. Аркаш, вы это дарите? Ну, где мы смотрите? Видели, да, детей богатых людей? Мат это туртингу жмоню, как раз. Богатый человек, кто сам заработал деньги. Туртинга стас, который спас. Это не то. Чем это спас? Как правило, у него нет этой вот этого желания, ну, безудержно наслаждаться. И просто есть не туре только нора, всегда без устоима, без тянкитесь, так тянкитесь. А вот у детей богатых людей, а под по своей косточке тут то есть те, кто не заработал, которые не уж дерьмо, у них часто бывает такое, они пускаются во все тяжкие. Должны я туре только проблема. Была история про Форда, Генри Форда. Это такая история про Форда. Это человек, который практически внедрил понятие конвейер, да? То есть жмогус, который практически идеги это конвейера саво копать. До него все вручную делал. И к его виска дридовал ранком. Но внедрил конвейер и смог делать огромное количество машин за достаточно быстрое время, поэтому продавать их недорого.
jisai kūrė tokią konvejerinę sistemą, todėl per žymiai greičiau rinkdavo automobilius ir tada kaina būdavo žymiai geresnė, prieinamesnė. To jis do nego rinok automobilį buvo primialinim visada. Iki to automobilio rinka buvo labai specifinė, labai brangi buvo. А когда он вышел, то вот он вышел на рынок, многие позволили себе, и он очень сильно разбогател. Когда если еще рынка, другому жмуню говорили, ляйте с автомобилем, если слабый этап, а туртингас. Он всегда жил очень просто. Да ты сгивану попростые лобы. У него был сын. Стюрия Суну. Сын поехал в Лондон. Крис Ванважав в Лондону. Снял гостиницу целую. Лишь нам и Виса Вешбати. Арендовал всю гостиницу. Виса полный. И каждый день закатывал вечеринки. И хихвена Диана Дарья Макаревна. Каждый день про него писали в газету. Рассчитывал пила их еще хихвена. Что он еще выкинул такого интересного. Это Крайс Дарктокио подает Тартингастас. Это дошло до Генри Форда, до его отца. Ты с женой отец. И он сказал, я поеду за сыном, что-то он там совсем уже. Вожжу с его сыном, что-то там лих стан. И вот пришел день, когда Генри Форд приехал в Лондон на поезде. Ir vat atėjo toks laikas, kada su traukiniu Генри Форд atvažiavo į Londoną. Такой великий человек. Toks didis žmogus. Один из богатейших людей в мире. Vienas iš turtingiausių žmonių pasaulyje. Все журналисты пришли, люди простые смотреть, Форд приехал. Atėjo žurnalistai, paprasti žmonės pasitikti jo, Фордо. Форд приехал в вагоне эконом-класса. Всегда вожал в эконом-классе. Не самым дешевым. Не почу пигаус. Ну, нормально. Это попросту. Но недорогого, не первого класса. Хотя все ждали там его. Но стан здесь и лавки там. Он вышел на перрон. Сыщая перрон. И знаете, что увидели люди? Как вам это жмонят? Что его костюм в некоторых местах подшит. Как его костюм от швака было там. Костюм от было хашку жлопитас. Они взяли у него интервью и спросили, что и как. Он говорит, мой сын просто не заработал ни копейки, с которой он тратит, поэтому он так легко тратит. Когда издали интервью журналистам, он сказал, мой сын попрощался, не уждирбо ни вена цента, и что сумма, то делось, и ты пленго ее сляйджа. Я приехал, чтобы забрать его в Америку, этого глупца. А что отвожил, как посимти и отгалы Америка, что так вейли. И он сел на автобус. И сел до автобуса. Там не автобус был, как ты там. Омнибус, по-моему, они назывались тогда. Кашкокс ты транспорта приемали, когда ты с лайкой забыл. Ну, общественный транспорт. Речка Бендру, ну, там. И поеду. Поезжал. Потому что деньги надо экономить. Не, с пенегу средит, а то уплите. В Америке есть такая поговорка. Сэкономленный доллар, заработанный доллар. А, какие в Америку потерли. Суплитас долларис, уплитас долларис. То есть это волны времени, то богатеешь, то беднеешь. То ты молодой, то старый. Здесь чей бангос, лейко бангос, ты ту трутингас, ты ту не трутингас, ты ту явнос, ты ту сянос. Сейчас тебе семья приносит наслаждение. Добар то шейма тейкем, дода малонума сутейкем. На следующий же день страдания. Кита дена ты был стал кэнчас. И обычного человека все это очень сильно беспокоит. Или просто жмогу ты лабы яудина, лабы ямати шедокни раму. Когда жена приносит ему наслаждение, думает, я буду жить вечно, я люблю тебя. Kai žmona jums suteikia laimę, jis galvoja, aš gyvensiu amžinai, aš mylėsiu tave. Nu, kaip tolika ona prinoisit mums stradanį. Kokia tai gadina. Bet kai tik jinai jam atneša nemalonumą. Ja, tak ir žinau. Tu tokia gyvatė, aš taip žinau. Tai karistinė. Tu labai esi... Karistinė. Ja naidu draugų. Pinigų noriu. Ja naidu draugų. Rasiu kitą. Который принесет мне счастье. Курят наш манды. И так он снова ныряет в океан материальных. Белый спанир и там дянина. Двойственности. Две просмиты от дуализма. Хорошо, плохо, он все больше и больше запутывается в сетях материальной энергии. Ярый, благой, если с долгюр, долгюр сусипайнию еще, то с материальной энергией. Это описал Прохлад Махарадж. Ты опрашивай Прохлада Махараджа. Пятилетний мальчик. Каямбула пеньки мяты. Пятилетний мальчик. Пеньки мяты. Он сказал, что человек стремится обычно к тому, чего хочет, и стремится избежать того, чего не хочет. И простой жмогус всегда деда пастангас, как посекти то, ко нори, и банду ишвенкти то, ко не нори. И в процессе этого он просто запутывается. И в таком процессе, если попрощаешься, сусипайню. Потому что в стремлении получить то, что хочу, он совершает огромное количество разных поступков. То дело, как бандидамас посекти то, ко ис нори, если отлека долг и вайжу, не геру. То же самое, в стремлении избежать того, что не хочу, мы совершаем огромное количество поступков, правильно? Ir tas pats, kaip lyg kada bandom išvengti įvairių, reiškia, nemalonumo, mes lygiai taip pat padarome daug veiksmų. A kakai eksame glavnė problemų pastupkų? O didžiausia, kokia problema visų mūsų veiksmų? Na, ne glupai. Net. Kokia didžiausia problema yra, kai mes žodikai veiksmą atliekam? U nich eis paslėdstvė.
А, это рятовиксми. Риксми, это рятовиксми. И причем эти последствия не такие, какие мы хотим. Или простые буду не такие, как у нас, тики нас. А такие, каким запрограммировал Кришна. О, я такие, как и Кришна же программировал. Я-то думаю, что если я брошу одну дуру жену и заведу другую, я буду счастлив. Аж головой, когда я говорю, венок выйдешь, мона месю. Адреса кита, аж гусю лаймингас. А Кришна говорит, нет, у предательства другие последствия. А Кришна так, не, посвежде вести веса и кити, а то весь. Ты не можешь предать кого-то и быть счастливым. Как не гали кашка и ждоти. Ты вообще что думал? А ты как туда ловить? Как, что за глупости такие? Кастер, твои листья. Я сворую немножко денег и буду счастлив, у меня же будут деньги. Аж помолвся другу ты пенегу, аж гусю лаймингас, аж пенегу туряйся. А Кришна говорит, нет, у воровства не бывает таких последствий, понимаешь? А Кришна сказал, не-не-не, богиня не турит только то весь. Тебя посадят. Тебя посадят. Помните, да, этот фильм? С Папановым и Мироновым. Тебя посадят, берегись автомобиля. Чаэрги Лабайсанас фильма с минимум столибенью лайку. Про советские времена. Миронов-то был каким-то заведующим магазина, по-моему. Комиссионный. Да. Такой современный парень, и он такой хитрый был. Там был автомобиль вагиста, так сказать, было Миронова. Ты там и влоги автомобиля в банде Швенкте. А Папанов был его тестем. Отцом жены, да? Я не знаю. Тебя посадят. Мне тяжело переводить, простите, здесь люди не знают этого фильма. Окей, ну он тоже гениальный на самом деле. Вот пасока гениалума фильма, у нас есть два фильма, спокойно дюрибинга, скрипена же могу с влоги автомобилю, с потрясающий философский. Саводишка с Робин Гуда с теребенью лайку. Это фраза, да, что каждый, у кого нет автомобиля, хочет его купить. Что такое была фраза, как я скажу, если не тури автомобиля, но арену себе. А каждый, у кого он есть, хочет его продать. Это 100% работает. Че фильм это тезе было. Это работает. Есть тоже один очень философский мультипликационный фильм. Ира Лобовенос философия с мультипликацией фильма. Винни-Пух. А, Микки Пукадугас. Фильм про Брамачари. Фильм о Брамачари. Брамачари ходит на Бхактиврикшу. Эй, на Брамачари с Бхактиврикша. Кто ходит в гости по утрам. Косыми и тейси, друг по другу. И так далее. Тас Эльгеси Лабыш Ментингой. Брамачари пытается жениться, лезет за медом материальной жизни. С бандом мяду посекты, кишкоптен, мяджи там. Пятачок его спасает, другой Брамачари. Очень философский мультик. Если бы Брамачари, я Эй, вернемся. Гришна Мобил. Итак, материальная энергия подчиняется только одному живому существу. Ты во материальная энергия тикты вено гивозгути без лоуса. Кришна. 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 Только его воле подчиняется. Тик его воле иной посуда. Поэтому мы никогда до конца не сможем понять волн материальной энергии. То дело, мы с некоторых гигалов не сугебесим, а супрести щиту бангу. Почему я вдруг разбогател, почему я вдруг не разбогател? Что дело, что по утуртингу? Что дело, что не то по утуртингу? Я же преданный, я же повторяю Хари Кришну, почему не разбогател? Аж картою Хари Кришна, что дело, что не то по утуртингу? Ну как раз ты просто Хари Кришна повторяешь. То дело, не то по я с картою Хари Кришна. Тебя оберегают от этой проблемы. Ты осавгая, но что с проблемой? Так и преданные, да, так и говорят, я вот столько уже преданный, почему я до сих пор не богатый? Ты в отрицах, аж тек мяту его, если ты дарус, видно, что еще не туртингас. Задай вопрос по-другому, может быть, ты преданный, потому что ты не богатый? Уж до клависа махитей, гал то делал той раси, а ты дарус, как неси туртингас. Так зачем Кришне делать тебя богатым? Ты кам трубишь, не дарит тебя на туртингу? Будь преданным. Бог оседалась. Тебя сделаешь богатым, не будешь преданным. Тебя туртингу подрежет, а поскольку... У тебя столько сразу проблем появится, надо деньги тратить. Так до проблема сразу, если ты не выселяешься. Как есть такая поговорка? Нет денег, одна проблема, нет денег. Ты сахар только рапотерля, не рапи нигу, вина проблема. Есть деньги, много проблем сразу. Не рапи нигу, до проблем. Итак, это проблема материального мира, поэтому люди несчастливы здесь. Они хотят контролировать ситуацию, но просто не могут. Ты ва, это такая проблема материал с пасавля, речка. Žmonės nori kontroliuoti šitą materialią energiją, bet negali jos kontroliuoti. Поэтому сознание материалиста сравнивается с рекой. Todėl сам материалисто сомнение yra lyginamas kaip su upe. Когда идет сезон дождей в Индии, например. Pavyzdžiui, Индии lietaus sezono metu. Неделя, две, и река просто становится сумасшедшей, бешеной. Savaitę, dvi, ir upė tampa labai labai didžiulė tiesiog. Сезон засухи, река может вообще исчезнуть. Окей, ра, речка, с утра, мигали висишка и шникти. Вообще исчезнуть. Висишка и шникти. То есть эти вещи, вот то у них пустое сознание, то полное. Очень подвижное.
только. Ты пилна сомнение, ты туща. Но сознание преданного сравнивается с океаном. Бета, отдавусь ее сомнение, религиозно массу. Почему? Вандинину. В океан впадает огромное количество рек, да? Кодел, если вандинина долго идет, а утром. А океан не меняется никогда. Да, вандинина сосит еще никогда. Вот, вот такой, какой и был, такой и остается. Как было, так слив. Ну, чуть-чуть прилив, чуть-чуть отлив. Ну, тропачук обдолбил, тропачук обучил. Вот это океан. Вот и вандинина. Вот это сознание преданного, что-то в него вливается, деньги уходят, приходят, успех, богатство, кто-то критикует, тот прославляет, а он океан. Tai va, čia ir atsidavo su sąmonė. Kažkas ateina, kažkas išeina, kažkas kritikuoja, kažkas įgarbina, jis visada. Pas jau nevalnuojasi. Jis nesijaudina. Da, on davė sibė, čia čia yra zbagatė. Taip, jis supranta, kažkodėl turtingas. Nežudau. Nelaukiau visą. O čia tu pabėdnil. O, neturtingas tapau. Priednik tožia apmanavo. Taip, atsidavusi irgi būdė. Ras priednik, tyriai dengi ir išės tas praeis. Praranda, pinigus viską būna. Bivai. Это одна из любимых фраз моего духовного учителя. Бывает. Ты мало два снимаки, то я мягко посидишь с ним. Я очень часто с ним живу, когда он приезжает. Вот, я когда жил в Хабаровске, я жил с ним. Когда он приезжал два раза в год в Петербурге, сейчас он приезжает, я с ним живу. Я часто на даршанах переводил. И это одна из самых любимых его фраз. Мало, аж должны буду с умоки, то когда приезжаю в Хабаровск, я цену на какие-то места, как посаки. Ты сказал, должны буну с ее, вертеяую. Рис лобы должны некто сакити щита. Вот жоди, буна. И прям по-русски он говорит, бывает. Сак, русский ты сказал, бывает, буна. А кто может духовный учитель Хари Кришна? Прабавишну Прабу. Прабавишну Прабу, я думаю, как раз. Ну, то есть он видит, да, ну, бывает. Люди приходят, вот это случилось, что делать? Ну, бывает, да. Что делать? Бывает. Однажды мы в Хабаровске, это на Дальнем Востоке России, недалеко от Китая. Это Анатолий, но Русь там галя. Недалеко, Анатолий, но Кинес. Там от Китая, может быть, несколько часов на машине. Когда-то была на машина. Очень далеко. Толя был. Для вас Китай, это, наверное, что-то такое. Не, Кашкур. Он есть? Есть, да. Ну хотя туристы есть в Вильнюсе, китайские как бы сейчас много достаточно. Туристы, они сейчас везде китайские туристы. Нет чудовых ресурсов, когда по туристу. Можете какой-нибудь маленький город Финляндии или Норвегии приехать, там живет 5000 человек. Половина из них китайские туристы, они ходят и все фотографируют. Сако, мажам в Норвегию, сако, мажам в Эстиале, сако, отвозит, 5000 ты гивянтую, сако. И там, сако, блуз кинечу, будь не туристу, когда виска повесло, а так что. И вот мы открывали храм Хабаровский, была запланирована ягья, красивая церемония. У нас храм, швентикла тедерение на Хабаровске, была ягья уж всякие, так решить церемония. И для того, чтобы откуда-то пришли журналисты с камерами, знаете, с телеканалов местных. Никто как бы их не приглашал, вроде бы. Но вот они откуда-то появились, огромное количество гостей было. Так, у нас был не квести, но это радовало бы долг свечу, и те журналисты с камерами продвигали фильмоты. И для них построили помост из досок, чтобы они видели ягью. Рьем только поставить пакела, когда им идти ту ягью. Я там не присутствовал лично, я в это время был с духовным учителем. Он должен, он был приглашенным таким гостем, да, и должен был все, как бы, лекцию прочитать. Аж пас не был в том моменте, когда я был с умокитую, но там девочка была, если покреста, все, что он турил, удалевал. Лекцию проводил Пахита Павловна Пробу, тоже известная личность очень. Лекция, да, Пахита Павловна Пробу, жена вас, лоба, и Руза вас, так сказать, лекторис. И вот посреди, вот я помню этот момент, Гуру Махарадж только покушал, я покушал. Перед тем, но по повальге, мой гуру Махараджа, саш повальгил, вижу. После еды он всегда чистит зубы. По маисту создавалось дантис. И мне звонит жена. Германская менеджмана. А она была в храме. А его... И она в шоке. И она в шоке. Помост рухнул. Ну вверх, то весь остался по... Покилалиса в Медине. Со всеми этими журналистами, с камерами. С камерами, с виском. Камера, знаете, камера 200 тысяч рублей, пожалуйста. Я, там, очень дорогое оборудование. Лавы бранги ранга. Ну и, ну ладно, только не рухнули. Это ж, как, что они потом расскажут, да, про нас? Она была в шоке, она очень огорчена была. Лавы была сусьяводы, лавы была нулюдос. Вот так, так, что делать, ты что делать? Подаром. Я говорю, а я что делать? Вот так.
помогите им подняться. Помогите им пакете. Что вы можете сделать? Так, гарочка им пакете. Пакете посекал. Ну, в общем, я как-то попытался ее успокоить, повесил трубку. Аж бандюю нурамите, покабинул рагели. Подошел Гуру Махараджу. Привел при Махараджу. Говорил, Гуру Махарадж, он этой своей ниткой чистит зубы. Гуру Махарадж, там вот такое случилось, и рассказываю ему все это. Шемпасаку, Гуру Махарадж, что ты подсетикал, и с того момента денти свалился, ты подсетикал, вот я шемпасаку. Там перестал чистить зуб, посмотрел на меня. Так. Там, вот это да, ну, покивал головой, пошел к себе в комнату собираться дальше. Если ты пожалею меня, ну, я из того камбаря тулеву, рожьтесь. Через 5 минут он вышел, сказал, ну это ж бывает. Что интересно, был очень качественный репортаж. Вот кришнаиты открыли храм. Это ж тихо, репортаж с Гавоси лобой, как кидышка, смотри, я раз, как кришнаиты эти, да, я швентикла. И хотя была небольшая, ну, проблемка, но все было здорово. Вот репортаж был таким вот в целом, послание. І в нас було трохи проблему, бо дендрей був, але би я раз трошки так всю інформацію, трошки диска сповіка. І так матеріалісти дуже сильно беспокоїть движення времени, гун. Потому что вот эти вещи, время, место, обстоятельства, кала, деша и патра, постоянно меняются. Тоді матрисус лабий явно, це трошки лейко, пасікрітімий, протас. Jis išvardino tos dalykus, kurie labai jaudina juos visada. Jie pastoviai kinta. И все это меняется по воле Господа. Ir čia aš pasvaliai yra, kodėl jie kinta. Но если мы материалистичны, мы думаем, нет, это по моей воле должно меняться. Bet kadangi mes, jeigu būnam materialistiški, mes galvojam, ne, tai pagal mano valią turi viskas keistis. Почему ж так несправедливо все? Kodėl taip viskas neteisingai? Я же такой хороший. Juk aš toks geras. Почему оно не подчиняется мне? Kodėl neklauso manęs? Почему я все равно старею, болею? Kodėl aš senstu, sergu? Беднею. Darausi neturtingas. Или что-то еще. А дарка снорс. Но преданные бывают. Это здорово, так. Буду. Буду. То есть преданные немножко со стороны смотрят на эту вот материальную реальность. А сюда весь если жюри трупучок и шалея сдолгивают, та весь материальная реалида. Ничего, что бывает. Ну, рекас, как буна. Вот это да. А, интересно. И дома. Например, я женат 20 лет. А сейчас 20 лет, как вядец. Минимум раз в неделю мне говорят, что кто-то разводится. Из преданных. Мажаусь себе на карте, а савайте, а манкашка спрашивает, как кашка с Ирсискеля и Шицедавуса. Бывает? Буду. Но я для себя не хочу, чтобы я бывал. Бетажанор Хритаж мучил. То есть я не хочу подчиняться вот этим действиям. А что норяешь там? Секрет в том, что преданный всегда ставит перед собой задачи Бога, а не свои. Paslaptis yra tame, kad atsidavusysis visada stato prieš save не savo tikslus, а tikslus, kuriuos iškelia Viešpats. Таким образом он может предвидеть движение материальной энергии. Только буду мы сгалим и успеть материальную энергию свекла. То есть если вы понимаете и того, кто все контролирует, вы понимаете, как все будет действовать. Если вы супранда тас, курис контролюантис, контролюанти, контролюанти, ты ус бада твоя супрасти, кодел как все сквикста. Понимаете? Супранда да. Не понимаю. Если вы понимаете планы Кришны. Да, но я не понимаю в том смысле, что говорится, что сам Кришна себя не понимает, так как можно его... Не, ну в рамках материальной энергии. То, о чем вы говорите, это лила. Чё клаусу на себе пятый, как уждав Юлиус, как Кришна пат сахал карты себя со супранта, бет речко лекторис паечкина, как чё буна теклила с этой, по материальной энергии сажитли со супранта. Есть эта история, когда Кришна увидел себя в отражении в полу дворца Двараки. Вера такая история, когда Кришна помата себя сава аспинди Дварака, сучка. И он сказал, вот это да. Спасаки, вот ты... Ничего красивее не видел никогда. Не покажись на дизайне, не мочил. Кришна как абсолютно истинный не может оценить себя. И стой, как бы абсолютно тебя все не гали себя, сучки, вертинти. Однажды в Двараке Рукмини омывала стопы Кришны. Когда как-то Дварака Рукмини, ешки, ее педа, сучки, плода. И она плакала в экстазе. Ей верки, ешь экстазис. Кришна, твои стопы. И все другие царевны Кришны тоже сидели там и плакали, глядя на стопы Кришны. Твои стопы. Верки, того педос, того педос. И Кришна сидел, улыбался, Рукмини, это ноги мои. И Кришна сидит, что гимона кое? Чего такого? Кэсантоке. Просто моешь ноги. Что такое? И Рукмини сказала, Кришна, ты никогда не поймешь. Ты никогда не супрасишь.
ты никогда не поймешь нектар служения твоим стопам. Ты меня супресси, тарниться с нектара того. Ты менее удачлив, чем твои преданные. Ты можешься к мингас не готова, сюда вышли. Кришна был ошарашен. Кришна был лобой на сервис. И тут пришел Нарада Муни и сказал, Кришна, надо проповедовать. Кришна, а че тебе Нарада Муни, а тебе Кришна, лейте помог славте. Я попробовал, когда началась Кали-юга, Нарада Муни попытался попробовать проповедовать, никто его не слушал. Когда посидел Кали-юга, Нарада Муни бенде помог славте, до денег снеклоуся. И он подумал, только Кришна может, он всесильный. Верить по голове, а только Кришна галит, а из Гириса галис. И вот он пришел Двараку уговаривать Кришну проповедовать. Или сатею Двараку бандитам и кальбинете Кришна, который это помог славте. И Кришна сказал, ага, вот я стану преданным. И сказал, ага, а что все отставишь? Проповедником. Помог славтую. Я пойму ваш нектар. И раз супроси юсу нектар. Но с точки зрения татвы Кришна выше преданных. То есть Кришна, ну, как Господь, он выше преданных, очевидно. Bet pagal tatvos mokslą Krišna aišku yra aukščiau mūsų, aukščiau atsidavusių. Точки зрения расы или вкуса преданный получает больше. O rasos, reiškia, jeigu žiūrėti požiūriu, mes kaip atsidavusiai gaunam didesnį malonumą. И в этом плане Кришна не может себя понять. Или Кришна не может себя супрасти счету. Потому что он не преданный. Не здесь не отсидавился. Но не сможет понять свои сладости никогда до конца. Если не конец того, что он думает. Но это другой немножко момент. Перескрытый же момент. Итак, преданный ставит перед собой задачи Бога. По делу, отсидавшись, если перед себя статуа вешпача планов. Не свои. Таким образом, он всегда погружен в вечное преданное служение. Только буду, если я планируюсь и амжина тарниста вешпача. И находится под влиянием духовной энергии. И ей веке двасиня энергия. Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите. Кришна опять и сака Бхагавад-гите. Махатманасту мам партхадайвим пракрити машрита баджанти нанни манасо гьятва бута димав яям. О сын Притхи, те же, кто свободен от заблуждений. О Притхи сунов, те, которые ира лысви, но заблуждения. Поклядима. Великие души. Диджасио селас. Находятся под покровительством божественной природы. Jie yra saugomi dieviškos energijos. Они служат мне с любовью и преданностью. Я тарнаю ман су мэля с давиму. Ибо знают, что я верховная личность Бога, изначальная и неистощимая. Не жину, кад ашу пирмапрадė, амжина ir неишсенканти... Простите, последнее. Неистощимая. Неистощимая, а если полное... Последнее с... Изначальная и неистощимая. А еще до этого энергия, ага. Да? А, энергия, если прошел бы. Ой, так очень вникать, очень сложно такие приводить, чтобы не ошибиться в России. Харе Кришна. Речка энергия, прошел, не нарел привет. Не энергия. Не энергия. Верховная личность Бога, изначальная и неистощимая. Сам Кришна изначально неистощимый. А сейчас у ее амжинас неистенканте асменибе, пирмапраде, дево, пирмапраде с дево осмо, неистенкантис и... Харе Кришна. Это нужно иметь перед собой шахты, чтобы ты меня переводил. Слишком сложно, сейчас не спекулирую. Изначально неистощимо. Смотрите, в этом стихе Кришна говорит, почему беспокойство материальной энергии не выводит из себя преданного. В этом стихе Кришна говорит о том, почему беспокойство в материальной энергии преданного не выводит из равновесия. Считаем просто рапасакума, кодел материальной энергии, ее сбангаемой, речки. Почему? Кодел иной, речки. Не реки отсюда. Почему в любой ситуации преданный мудрец остается в равновесии? Кодел отсюда, речминчус, лека, речка той, пусявсверой. Потому что тот, кто занимается преданным служением, находится под влиянием духовной энергии. Потому что тот, кто практикует, если это двойственность энергии в глубине. Нематериальной энергии в глубине. Мы не служим Кришне в материальном мире. Мы не тарнаем Кришне в материальном пасауле. В материальном мире нельзя служить Богу. В материальном пасауле не можем тарнать Вешпачу. В материальном мире живут материалисты. Еще там пасауле живут материалисты. Если вы заняты служением Богу, вы находитесь в духовном мире. Если вы тарнаете, речь идет о двойственном пасауле. То есть вы находитесь... Как Кришна говорит, дайвим пракритим ашрита, вы находите прибежище в духовной энергии, божественной энергии. Юс отрандате преглобсти двайсенес энергиас. Нельзя служить Кришне в материальном сознании. Неманума тарнаути вешпачу и будами материальным самани. Вот сейчас это происходит в духовной реальности.
Pavyzdžiui, dabar čia vyksta dvasinė realybė. Просто мы думаем, что духовный и материальный мир – это географические понятия. Tiesiog mes galvojam, kad materialus ar dvasinis pasaulis yra geografinis supratimas, geografinis pasaulis. Вот Клайпеда – это материальный мир, да. Клайпеда – taip, материалус пасаулис, taip. А Вайкунха – духовный. А Вайкунха – двасинис. Ну, это там далеко, на поезде, долго. Толи, сутравки, толи, вожет. Нет. Не. Духовный мир – это там, где есть преданный. Двасинис пасаулис там, куда отсидавусь. Поэтому в одном месте, в Бхагаватам, в третьей песне, Тодел Бхагаватам в одной ветве, третьей гесми, преданный называется ходячим святым местом. Отсидавусисис ра вадинамас вайшуэнтис швента вета, вайшуэнтис швента вета. Как Бамадвайта Чари сказал однажды Господу Чайтани, там где ты, там и духовный мир. И Бамадвайта Чари та саке вену карта вешпачу, тян кур ту, тян и ра двасинис пасаулис. Если вы служите Кришне, ваше сознание не находится под влиянием материальной энергии. Jeigu jūs tarnaujat Krišnai, jūsų sąmonė neveikia materialią energiją. Tėlo находится, да. Kūnas tai. Потому что тело – это продукт материальной энергии. Nes kūnas tai yra produktas materialios energijos. И даже у великих преданных тело старится. Netgi didieji atsidavusieji, jų kūnas taip pat sensta. Болезни появляют. Ateina ligos. Но сознание никак на это не реагирует. Bet sąmonė nereaguoja tai. Сознание сверху говорит, ну бывает интересно. Сознание жюри, сąmonė жюри ir sako, ну taip atsitinka. Какой-то интересный план Кришны. Šoks planas yra Krišnas. Очень интересно. Глава я дому. Ну ладно, будем дальше служить. На горе тормался, повел. Куда-то Кришна нас ведет просто. Кашку Кришна нам взгляда попрощался. Вот почему волны материальной энергии не беспокоят преданного, потому что он, его сознание не в материальной энергии. То дело материальной бангос не веки отставаси, но если это не материальной самоней. Видите как, нельзя обмануть никого в духовной жизни. Matot, kaip neįmanoma apgauti nieko dvasiniam gyvenime. Если сознание не в духовной энергии, вы будете обеспокоены. O ne dvasinės energijos sąmonėje visada būsite. Dar esi Navastkhoti, Sari, Tolstai, Kantimalai, jeigu pavtariaite 130 tisyč krugov. Net jeigu turėsite Sari, Khoti, Storus, Kantimalus ar kartos 130 tūkstančių. Если у вас 20 инициаций. Мне трудно 20 инициаций. Духовная энергия абсолютно все равно все. 20 энергии абсолютно. Это ваши внешние атрибуты. Плюс атрибуты шарни. Так вы можете их воспринимать. Ты пришли от ее субъекты. Но если вы преданы. Бет я говорю, что даже тонкие кантималы подойдут преданным. Нет, нет, тонкие кантималы тиксим. Даже не серебряные. Нет, не серебряные тиксим. Даже не в золоте. Нет, не аукс. Очень простенькие. Попрости. Тоненький. Я помню, Ой. Когда мы только-только все начиналось, не было такого разнообразия. Отсюда, когда вы сказали, просидели, мы не трем только вы румал, как добар. Я носил те кантималы, которые мне дали в храме, в котором я жил. А что еще? То с кантималы, которые мы дали, а шинтиклы. Я был брамачари, получал инициацию. Мне просто президент дал, вот тебе кантималы. Ну да, я президент, если кантималы. А других не было. Киду не было. Очень простенькие. Попрости. Такие. Хорошо хоть эти были. Гарри, которые было. Тогда только-только начали в Индию ездить, вот начало 90-х. Хорошо, хоть эти привезли, спасибо. Тогда тик было продея Индия вожить, говорит, который только сговал. Хоть и у нас у всех было из простыней. Турем отходи, веси и шпаклоджи. Это сейчас у тебя шоковые отходи. Сидабрини отходи. Кантималы, Сратакунды. Кантималы, Сратакундас. Тут обязательно Ширадха будет написано. Ширадха, такой большой листочек будет. Ну, то есть сейчас у тебя может быть много атрибутов. Добрый, у меня с гарантией долг атрибутов. Но если сознание в материальной энергии. Бет ей сама не в материальной энергии. Если ты хочешь контролировать ситуацию. И вот ноль контролировать эту ситуацию. Эти кантималы тебя не спасут. Кантималы тебя сближняются. Все равно разведешься. Вы тебе конечно скирс. Начнешь что-нибудь еще делать. Такое. Подседаркашка дарить. Не очень приятное Кришне. Не лабы и малоны сдалеку с Кришной. Любую перемену в своей жизни преданно воспринимает как волю Господа. Bet kokį įvykį pasikeitimo savo gyvenime atsidavusis priima kaip Krišnos valią. И потому не видит особого повода радоваться хорошим переменам или огорчаться плохим. Todėl jis не мато didelės prasmės labai džiaugtis, kai kažkas gerai, когда blogai labai liūdėti. Это все для моего духовного роста, для моего служения. Tai viskas mano augimui, mano dvasiniai praktikai. Я просто сконцентрирован на удовлетворении Кришны. Aš bandau susikoncentruoti Krišnos когда отлить Кришну стороннисты, хотям сутить малонума Кришны. И если пришли какие-то богатства, я радуюсь не богатством. Его те труты, я жду гостя не трутамс. А того, что я могу буду делать больше служений. А когда только буду галю другую тренисты отлить. Видите, фокус не меняется. Матот, не сиди сейчас по фокусу сыкал. Фокус остается на одном и том же месте. Весолыка это паче ветом мы сфокусуемся. Уходят материальные возможности. Я тоже не особо печалюсь, потому что я знаю, Кришна будет доволен и очень простым служением.
Išeinam atrias galimybės, aš vis tiek neliūdžiu, aš suprantu, kad aš vis tiek galėsiu tarnauti, bus mano paprasta labai tarnystė. Если оно делается с любовью. Jeigu daroma yra su meile. Кришна говорит, ты можешь мне воду предложить с любовью, и я буду счастлив. Кришна сако, Бхагавад-гита, ты можешь мне вандени поукоти, и я буду лаймингас. Вода есть даже у самых бедных людей. Вандени тури не будет, пакси сотрудничаются. Нет людей, у которых нет воды. Практически нет таких людей, которые не требуют воды. Сначала Кришна говорит, предложи мне плод. Денег нет. Сако, Кришна, помог мне вайсю. Дорогие яблоки в магазине. Лабы брангус оболей продатуры. Ладно, листок предложи. Лапяли. Ну, тоже дорого. Брангу. Воду предложи. Тут уже не скажешь, что дорого, ванди ты все равно попал. Пьешь в любом случае. Некогда не гали посадить туги вандени, везде гори. То преданный может радоваться, да, но не тому, не тому, что богатство пришли, а тому, что я могу служить Кришне лучше. И преданный может печалиться, но не тому, что богатство ушли, а тому, что, может быть, я не очень хорошо служу Кришне. То есть преданное служение можно совершать в любых материальных обстоятельствах. Atsidavimo tarnystę galima atlikti bet kokiom materialiom sąlygom. Absoliutno. Bet kokių sąlygų turint, neturint jų. Поэтому перемена материальных обстоятельств преданного не особо беспокоит. Todėl materialių sąlygų pasikeitimai įprastai nejaudina. Его будет беспокоить потеря фокуса, концентрации. Если долго яудинсис, его прораста концентрации. Ари Кришна, может быть. Ари Кришна, да, пожалуйста. Так, пожалуйста. Если не стесняться, нėra dar tavo tos 100% koncentracijos ir to atsidavimo, kad va čia nesvarbu, kas ir turi tų norų materialių. Aš tai pamiršiu, kad sveikiu čia pradžioje. Galima susikoncentruoti į... Po truputį, ne? Вопрос такой, но еще не законченный, у меня короткая очень память временная. А если ты еще не являешься уже таким серьезным преданным, и твоя концентрация не такая уж хорошая? И дар yra tų materialių norų. Есть желание материальное. Что делать с этими желаниями? Тогда нужно... Например, хочешь поехать в отпуск? Тогда для вас будут очень полезные практические веды. Тогда им будет слабый наудинга практичный сведос. Например, нити шастры. Правильно, нити шастры. Или артха шастры. Арба артха шастры. То есть это шастры, которые описывают, как жить в этом мире, не обуславливаясь глубоко. Ты шастры, которые спрашивают, как живете в этом мире, я передаук не сосалигоюсь. Ну, там, что можно привести? Хитопадеша есть, да, или панчатантра. Как заводить друзей, как правильно строить отношения. Другую связь, как сантикус. Очень популярные это чинакья нити шастра, наставление мудреца чинакья. Популярно слабо его чинакья. Даже Шрила Прабхупада очень часто чинакья цитировал. Прабхупада как цитировал, да, вот, с шатра. То есть это наука здравого смысла, скажем так. То есть вот такой момент. Прабхупада был очень здравым. Ты из своего прото моксла, сечка. Прабхупада был лобой из своего прото. То есть, если мы так подумаем, с материальной точки зрения Прабхупада, он был, во-первых, миллионером. Во-вторых, главой трансатлантической корпорации. Корпорация изучается, вот он забавит, да, сечка. Да были когда-нибудь так? Лизбова, да. Прабхупада был очень крутым парнем, да, как бы. Круто. Очень сильно, причем за очень короткое время. И при лобой трумпалый кодр. Его даже, по-моему, внесли в списки Forbes, как людей, которые вот десятка топ-10 тех, кто достиг успеха после 60. Речка было, если ты потерялся в Forbes, написали, что жмуни, которые посекли только дидолю, речка. Посекли мутри, которые ему верши 60. Причем начинал он с таких низов вообще. А бродил весишко на дугу. Баури — это отвратительное место вообще. Никто культурный в Баури не жил в свое время. Там только вета, которая была лобой гивяна, только ты висел с крипатмотос. Просто наркоманы и все. Наркоманы, пьёпы. Ужас. Что он оттуда, с низов, за несколько лет? Все, глава трансатлантической корпорации. Так келес метус, ишки, что одугнулся и погиб, и так и лига. Он был очень разумен. С болобой, шмитингас. Например, однажды Шрила Прабхупада, находясь в Калькутте, написал письмо одному своему духовному брату. И если будем, ишка, прошу своего бролю в Калькутте, двасиному бролю лайшка. Он написал письмо, позвал ученика. Парашил лайшка, покрытие мокини. Сказал, вот тебе 40 рупий на рикшу. Только я еще в рупию рикшу. Отвези письмо. Ну, вешь лайшка. Он взял письмо и пошел уже, но Прабхупада остановил его прямо в дверях. Прабхупада, если его по имя лайшка, продавите, Прабхупада, если устав для Дуриса. Сказал, ну-ка иди сюда. Гришка отгал.
Сколько стоит марка на конверт? Какая иная марка это? 2 рупии, Шила. 2 рупии. О, мы сэкономим 38 рупий. О, мясо сутопись, это еще может у нас рупиас. Это было уже, когда Искон был очень успешен. Я вот и было, когда Искон на все утвере сэкна. Он всегда считал рупии. И всегда скачал рупии. Всегда считал копейки. Очень. Вы можете найти его дневники до приезда в Америку и немного после приезда в Америку. Потом, наверное, что-то поменялось у него. Галя, ты сурасти денорашус, и ки отвикиму Америка, по отвикиму Америка, там кашкас гал пасикете? Каждый день доход, расход, баланс. Кехвена дена, и плокас, и шплокас, балансас. Он очень плотно думал о деньгах. И слабые лобы кили жрея пенигус. Очень сконцентрирован, потому что это энергия Кришны. Не стоит Кришнас энергия. Я направлю их на Кришну. Если вас ну придавай Кришну. Если есть материальные какие-то вот моменты, да, то нужно понять, как мы можем их реализовать, не деградируя. Если есть какие-то материальные моменты, мы должны подумать, как их реализовать, не деградируя. Например, желание жениться, да? Например, норас. Это материальное желание, без вопросов. Материалус 100%. 100%. Иногда преданные говорят, я женюсь, чтобы вот Кришну там порадовать или еще что-то. Я слышал такое. Крутится, да, вы все сако, аж обсуждение веду там, как сечка Кришна, сутейте малонума, джоксма. Кашкас понашелся. Что-то там мне это... Я такая бредовая... Вот однажды я слышал такую бредовую идею, что... Ашкар только на самом деле делал. В Кали-югу настолько можно легко прогрессировать духовно с помощью санкиртаны, Кали-юга тип ленгвей галима прогрессовать санкиртану с погалба. Что полубоги стоят в очередь, чтобы родиться человеком. Гертеем, как пусть деви сто вейлей, как гимти жмогуми. И вот я должен поэтому жениться. То дело, что люди обсижаются. Что? Как? Это бред. Ну как-то вот. Это в смысле, что к нам полубоги придут? Да, я женюсь, у меня будет куча детей, и вот. А, если у меня никогда шашлевесию, треть буквы и курки, пусть девятейся манушейма. И, соответственно, ну они будут полубогами все. А, так что? Бред полный. Висишка на самом деле. Я слышал такой человек, я ему так сказал, у тебя все в порядке вообще с головой? Я бы сказал, что ты греешься, сгореешь у головы. Ты оторвался от реальности. Ты говорил, либо слабая рукой. Ты себя видел в последний раз, когда вот в зеркало, какие полубоги? Когда последний раз там отлично рогадили, какие пузыри? Ты расслабься, хорошо, Хираника Шипуни придет. Хираника Шипуни отлично. Как-то ты так уже, где-то там уже, успокойся. Я столько крутан, все равно. Но есть методы, с помощью которых вы можете жениться, тем не менее, быть хорошими преданными. Да, но есть методы, когда вы можете обсуждать, и то хочу быть очень хорошим. То есть есть принципы, которые оставил Шрила Прабхупада, которые дают шастры. И тот принцип, что я Прабхупаду, что шастры все это и твердят. То есть с помощью шастры мы можем задействовать свои материальные желания в том, чтобы в конце концов от них избавиться. Шастру погалба мы можем понаудоти свою материальную снору, чтобы вэлю ее отсекратить. В 11-й песне приводится очень интересный пример. Аналогия. Там говорится, чтобы срубить дерево. Там сакома, если норит накрести меди. Вам нужен топор. Юбликалингас кирвис. Из чего состоит топор? Из кого это кирвис? Топор, топорище, да? Меджо котас, а то возьмем кирво котас, из кого? То есть железный топор, сам то, что рубит. Из гележья скорее скерта. Когда-нибудь рубили дерево только вот этим топором? Когда он скирто, вот это железная часть. Меди вентик ты гележный долин. Это очень неудобно, согласитесь. И лобы не потогу. Нужен что? Рычаг. Рекалинга сечка вести, а кто свертас. И если топор, но если ты хочешь что-то большое срубить, рычаг должен быть большим, чтобы замах был и так далее. А откуда берется рычаг? Откуда берется топорище? Из куртас, из котас. От дерева. Из меджа. То есть хочешь срубить дерево материальной обусловленности, возьми эту обусловленность. Нори нукирсти, речка материального солиготума, речка та меди. Возьми топор трансцендентного знания. Pasiim kirvį, reiškia, to transcendentinio žinojimo. Ir rubi. Ir kirsk. Есть несколько видов желаний просто у нас. Я попрощался келетą rūšių mūsų norų. Есть желания духовные. Yra dvasiniai норы. Никаких проблем. С духовными желаниями никаких проблем никогда не возникают. Нėra jokių problemų su dvasiniais norais. Хочешь петь, пой вообще без проблем. Nori dainuoti, dainuoji. И есть материальные. Yra materialūs norai. Вот материальные делятся тоже на два вида. Jos irgi yra dalinamos į dvi dalis. Есть материальные и благочестивые. Есть материальные и благочестивые. Yra materialūs ir dorybingi norai. То есть жениться это материальные и благочестивые. Нет ничего греховного в том, наоборот, не жениться это было бы греховно, если у тебя что-то там, какие-то отношения, ты не женат, это странно даже сейчас, хотя Кали-юга. Обсуждение это и ради ребенка, но раз,
reiškia, nes jeigu tu nenori savo, kai turi santykių, tai jau yra negerai, bet tu ten turi santykių, bet neapsiženiai. Netgi dabar kaliugui tai skaitosi visgi nelabai gerai. То есть его можно задействовать так, чтобы оно принесло благо всем. Ты что нор галима, ты понаводи, когда сорняш, что надо всем. То есть вы женились. Женюсь. У вас дома алтарь. Турит алтарь. Да? Ну и просто вы поняли, что по вашей природе вот этой обусловленности, ну вы не можете в храме жить. То есть по голову сугам, ты суданда сава суть готума, юс не галит одевать. Это настолько будет для вас неудобно, что вы будете вас это будет беспокоить. Если им галит будет тейп не по тогу, катюсь весада ты лобы явдинс, бос не рамумай. А в духовной жизни очень важно занять положение, которое не сильно будет беспокоить нашу обусловленность. Которые не будут вступать в большое противоречие с нашей обусловленностью. Было бы расвербу, как мусу двайсный норы, и как мусу протас, ну, как будто контактодома с учитой реалибе, как это будет покамкам и рамус, что и вету. То есть будем посек только баланса. Потому что если это, да, если баланс, если вот обусловленность будет слишком ну, обеспокоена, мы не сможем о Кришне думать, потому что все-таки мы обусловлены. Если бы будет спердок не рамус, мы все-таки не голесим, а головоте, это Кришна. У нас тут мы близки будут и рамус. Поэтому вы заняли это удобное для себя положение, но Кришна в центре. И вы слушаете, что это самое потогое падите. У меня есть алтарь дома. Турит алтарь. Я ем только то, что там предложено. Аж валгу тих полкотом. Я проснулся, сразу поклонился. Побудал, дусиленки. Вот это топор трансцендентного знания. Я помню, кто я, зачем я. И я беру эту ветку обусловленности и потихонечку рублю дерево. И вот, аж ему та кирви, речка, трансцендентную жиноему, ему та, речка, кота, там медин ирки артуи. Мусу, сава салигатума кота. Я женился, захотел детей. Обсижание, усыманил выпу. Материальное желание. Материнус норос. Так, я иду к шастрам, трансцендентному знанию, к топору. Эйну иш при шастру, трансценденту женоему, при кирве. И узнаю, как завести детей, чтобы не деградировать. И бандал сужиноти, кайф, значит, ответы выйку и не деградуете. Чтоб все получили благо. Кат виси гауту науда. Пропада, говорит, 50 кругов перед зачатием. Пропада, сага, 50 рату преш сантики с людьми. Никакого вожделения. Йока гейсма. Попробуйте 50 кругов. Побадите. Никакого вожделения. Йока гейсма. У меня опыт, у меня дочь есть. Мы читали 50 кругов. Вожделение ноль. Это обряд. Так что репатерзи мяс какой-то, да не чем рады, сакова. Йока гейсма не было. Это обряд. У тебя реально Кришна в голове в это время. Тут или Кришна головой. Это реально обряд. Да. А я читала, что такое, как родиться, iš kažkokias knygų, nu, šastros, ar kas, nu, ir žodžiu, buvo, ir ten buvo toks sakinys, kad jeigu nori pradėti sveikus vaikus, tu turi būti aistra, kad patenkinti sveikus būtent moterį. Ой, тяжело приводимо там. Она читала книгу, в которой было написано, для того, чтобы зачать здоровых детей, нужна какая-то страсть. Нет, это будет. Я понял. Это будет все. Вожделения не будет, желания эксплуатировать не будет. Не Бог этим не будет. Там любовь, нежность, это все останется. Вы же семья, вы же вместе, вы же любите друг друга. Это все останется. Похоти не будет. Потому что обычно похоть это желание эксплуатировать. Так мы думаем, мы семья, мы любим друг друга. Появится ребенок, будет здорово, он тоже будет предан. Вот эта медитация, мы вместе. Это нормально. Ты и мясо, а сами карту, мясо седалось, туресим вейка, просто сервис, ты высказ слабый герой. Ну да, Шрила Прабхупада говорит, что есть так называемые кама-шастры, где можно, откуда можно узнать, как это все сделать более приятным. Прабхупада, ты сами, кадира только кама-шастры, с кургалима сужиноти, как ты подарите молонем. Есть 22 глава 3 песни Бхагавата. Кирят Вишу Мантра Скирус, 3 песни? Да, 3 песни. Для Гесмес? Это такое очень глубокое описание вообще греха Астхашима, семейной жизни. Гилус опрашима с греха Астхашима, семейной жизни. Но принципы вы поняли. Да принципы освободят. То есть есть обусловленность, но это из него нужно сделать топорище. И раз олиготумас, бет лики еще дарите кота в один момент. Кирви. Окей, что ты еще? Даркас. Как? Клаусенс, да? Клаусенс, да. От слова «клаусить» и «слушать», кстати. Вопрос от слова «слушать». Угу. Интересно тоже. Задал вопрос и слушаешь после этого. Клаусинус. Часто бывает, задают вопрос и уходят. И уходят, да, да. И а мне пора, извините. Не, ну они надеются, что запись будет. Я окей, что-то еще нужно. Это так же, как и в Вильнюсе, да, литовцы долго думают, а потом задают вопрос. Да, потом не успокоишь. Не успокоишь. Клавскет, Клавскет. Ну так это спрога. Ну еще один, да, можешь.
Ничего страшного. Да, я запнулся на Гальге, не слепился. Окей, да, и говорят, время уже пора. Хари Кришна, спасибо за общение, был рад с вами пообщаться. Хари Кришна, еще и муждемец, всем было молодо с вами спобендравки. Я бы вас хотел пригласить в свои группы в Фейсбуке. Значит, вы споквести в самой группе Фейсбука? Есть группа, называется Владимир Крит. Ира группа называется Владимир Крит. Но она больше просветительская, там астрология. И долго уж ветерешка, астрологишка. Вещи как бы бриджевые, да, скажем так. Бриджи. Мягкие. А, и швелнус такие. Непрямые. Есть группа Веданта Крит Дас. Ира Веданта Крит Дас группа. Веданта Крит Дас. Она для преданных. Она для нас на духовному развитию. Буду рад вас там видеть. Окей. Hare Krishna, Shiva Prabhupada ki jai, Hare Krishna, 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 Hare